Да, зрители сказали. Ну что, ребят, поздравляю всех с первым хомяком осенним. Всем друг другу поздравляю. Спасибо очень большое, что вас так много собрались. Была еще одна команда, как они называются там? Руби бревно или кто они там были? Да, их срубило вчера. Да, срубило их вчера. Что-то, что-то или почему-то. Всем еще раз спасибо, что вы больны пинболом и приходите. У нас еще второй, третий этап. За серию вот этих осенних турниров будет кубок. Кубок из старого пинбольного баллона с рукоятками от люкса. Там, ну, прикольно. И рогали. Да. Он будет переходящий. Сейчас у нас медальки. Заслуженное, незаслуженное, вернее, незаслуженное, но стабильное место заняла у нас команда Номад Пинбол. Не будем говорить, какое. Парни молодцы, у них есть стабильность. Но нету стремления почему-то, чтобы поменять стремление. Эту позицию. Пятое место заняла у нас команда БДСМ. БДСМ. Я здесь. Молодцы, парни. У нас, кстати, первый раз парень участвует в спортивном турнире. Ему сразу настыкали по полной хочу. Так что хотели желание отбить, видать. Хотели отбить желание, он сказал хрен вам всем. Прости меня еще раз. Четвертое место. Заняла команда небезызвестная. Вы, да? Легендарная. Кингсманы. Поздравляем вас. Молодцы. Ну и теперь по награждениям. Третье место у нас заняла команда. Чего вы ждете? Как так-то, блин? На одну очку разницу. Третье место у нас команда заняла Деспасито, да? Деспасито! Деспасито! Где спасибо? Да, забавные медальки, я их повесил на шнурки от кроссовок, вот такие. Кроссовки порвали, шнурки остались. Факт остается в том, что на двухстороннем скотче, то есть можно прилепить куда-то там, на зеркало, на машину, на лобовуху, еще что-нибудь, на лоб ребенку. Шнурки хоть постирал? Ну-ка на лоб поселись и приклей, сейчас посмотрим, как оно будет. О, нормально. Так, ну и... Самая прикольная команда, потому что это семья, мне это всегда радует. Заняли второе место. Это команда «Вежливые люди». Спасибо за игру. Молодцы. Вот вам поздравляем, вас тоже медалька. Жесткие люди. Так, и первое место команда «ТПК неудержимые». Где вы? Кто вы? Пипец, вообще ничего не хлопает. Где вы? Где ты? Я ж тебе показал, как завязывать. Вас на они. На вас и выехали. Блин, вот так вот и забрал. Да. Все, спасибо еще раз всем. Всем спасибо. Жалобы, претензии, предложения пишем в Каскапе, в группе. Все, сняли? Нет. А сейчас на счет три каждый щеку друг другу оттягивает. Давай. Тяни еще. Тяни еще, Аниша. Слёш, возьми Василиску на ручки. Ладно, на тебе. Все, хомяки же сделали хомяков. Все, всех пофотали. Молодцы.